Приветствую вас, друзья! Мы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня в обзоре товаров интернет-магазина klewa.com.ua. Вот такая катушка. Вейда МВ-2000А. Как вы видите, с алюминиевой шпулей диаметром 2000. Вот, с 6 подшипниками. Компьютерная балансировка ротора для минимизации вибрации. Антитвистовая система. Это противозакручивающая хорошая система. One-way clutch – это мгновенный антиреверс. Влево-вправо можно переставлять ручку. Click-sounded – это… Ну, покажу я вам, как переставляется, как ручка переходится в походное положение. Это про нее написано. Дальше – excellent line – это у нас отличная система наматывания лески. И крайне – это силовой тяговый механизм. Ну, более мощный и надежный. По крайней мере, так оно расшифровывается. Давайте теперь посмотрим на саму катушку. Вот ее комплектация. Идет, получается, дополнительная шпуля пластиковая. Вот, Вейда МВ-2000А. Чехольчик черный такой. И сама катушка. Так вот, о чем я говорил, это вот эта ручка. Вот эта вот по щелчку она переводится в походное положение. Шум, в принципе, есть. Вот у нас передний фрикцион. Достаточно длинный. И его можно под себя нормально, плавно отрегулировать. Передаточный коэффициент 5,2 к 1. То есть за один оборот ручки 5,2 оборота лесоукладывателя относительно шпули. Ручка переставляется как слева направо, так справа налево. Лесоемкость у нее 0,18 285 метров. Леска диаметром 0,2 миллиметра 230 метров и 0,25 150 метров. В принципе, достаточно объемная, скажем так, шпуля, хотя и небольшая. Передний фрикцион тоже довольно-таки такой длинный, что позволит настроить так, как вам необходимо, более точно шпулю. Давайте посмотрим на люфты в кнобе. Ну, есть небольшой люфтик. Сам кноб такой прорезиненный, в принципе, приятное ощущение в руке. Так, давайте здесь посмотрим люфты в главной паре. Ну, его нет. Продольного, поперечного. Поперечный. Ну, чуть-чуть так чувствуется, что какой-то там немножко люфтик есть, но я так понимаю, он технологический. Теперь проверим люфт штока. Продольного нет, поперечный, ну тоже нет. Шпуля, ну чуть-чуть, буквально чуть-чуть ходит. Слышите, да? Ну, это тоже такой технологический люфт, в принципе, который должен быть. Ручка переставляется как справа налево, так и слева направо. В принципе, ход легкий. Вот легкий. Стопор мгновенного хода есть, реально. Так, давайте посмотрим, как сколько она весит. Как мы видим, 264 грамма. В лесоукладывателе есть противозакручивающий ролик. В принципе, такой катушкой можно оснастить удилище как фидерное, так и спиннинговое. Ну, в принципе, и на поплавочную удочку можно его поставить. То есть, как бы, широкого спектра действия. Друзья, и хочу напомнить золотое правило нашего интернет-магазина. Если вы найдете такую катушку дешевле, чем у нас, скиньте ссылку на почту сайта, мы проанализируем ее актуальность и продадим вам еще дешевле. Поэтому, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Все для клёва». Мы прощаемся с вами. Всем удачи и всего хорошего. Пока.